А угольные компании, работающие в России, сегодня получили предупреждение от Владимира Путина. Оно прозвучало в Кемерово, где президент провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса. Поскольку ресурсная база наших угольных компаний находится в России, то и центры формирования прибыли, а следовательно налогообложения, должны находиться именно в России, а не где-то за границей в офшорах. Я хочу обратить ваше внимание на то, что не только российское руководство или российское правительство ставит вопрос подобным образом. Во всем мире, я хочу это подчеркнуть, во всех промышленно развитых странах вопрос ставится именно таким образом и никак по-другому. Путин заявил, что несмотря на падение цен на уголь на мировых рынках, Россия должна удерживать свои позиции по его экспорту и предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые разрабатывают угольные месторождения в труднодоступных районах.